Я хочу сказать, что если бы не этот человек, конкурс «Мисс Евразия» мог бы вообще не состояться. Это настоящий партнер, настоящий друг, настоящий брат, как принято говорить, если сердца уже действительно дышат в один ритм. Скажи что-нибудь. Я горжусь, что есть у меня такой друг. Поэтому для него все, что смогу, я буду стараться. Мы вместе. Есть.